Английские времена, часть 23, и мы с вами более подробно поговорим про время Future Simple, простое будущее время, и про вопрос, как он строится. На самом деле все очень просто. Мы помним, чтобы что-то сказать в утвердительной форме, мы просто добавляем will. Например, I will go there. Я пойду туда. We will go there. Мы пойдем туда. И так далее. А чтобы задать вопрос, мы просто will ставим вперед. И получается will I, will, там I, go there. Сейчас мы I с вами допишем. Will I go there? Will I go there? Я пойду туда. Далее, мы пойдем туда. Соответственно, то же самое. Will we go there? Will we go there? Ты пойдешь туда, ну или вы, что you это ты или вы. Will you go there? Далее. Они пойдут туда. Will they go there? Он пойдет туда. Will he? Will he go there? Она пойдет туда. Will she go there? И последний пример. Will it go there? Это там пойдет или поедет туда. Потому что go, два перевода идти, первый перевод, а второй перевод ехать. То есть, на самом деле, все очень просто. Здесь нет никаких сложностей, как, например, во времени present simple, когда у нас или там, или do, или does, или am, или is, или are. Здесь, в принципе, по аналогии с прошедшим временем, где у нас did для всех лиц, также и will для всех лиц. Ну, давай с вами разберем дополнительные примеры, тем не менее. Итак, я сделаю это хорошо. Will I do it? Will I do it well? Will I do it well? Next. Мы согласимся. Опять переставится вопросительное слово. Will. Далее we и глагол. Will we agree? Will we agree? Далее ты придешь. Опять вопросительное слово. То есть вспомогательный глагол will. А далее подлежащее will you come? Will you come? Далее. Они прибудут вовремя. Will. Вспомогательный глагол подлежащее. Прибывать. Arrive. И вовремя. On time. Получается will they arrive on time? Далее. С he. Пример с he. Он поможет тебе. Will he help you? Will he help you? Далее. Она узнает об этой проблеме. Will she know? Will she know about this problem? Will she know about this problem? Далее. Это случится. Will it happen? Will вспомогательный глагол, подлежащее it это. И случаться happen. Will it happen? Окей, давайте с вами проверим и повторим. So. Значит, дополнительный пример, который мы с вами разбирали. Will I do it well? Will we agree? Will you come? Will they arrive on time? Will he help you? Will she know about this problem? Will it happen?